Привет, друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет четвертая серия турецкого сериала «Вавилон» и что будет в третьей серии. Четвертая серия выйдет на экраны Турции 7 февраля. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, в третьей серии турецкого сериала «Вавилон» мы увидим, что Ирфан вынужден был взять денег в долг у очень влиятельных людей. Теперь же его стали предупреждать о том, чтобы он вернул долг, и на все у него имеется мало времени. Но где за такое срок достать 20 миллионов. Если же он не выполнит этих требований, то ему и его близким будет очень плохо. Ирфан понимает, что с этими людьми шутки плохи. Он должен найти деньги и все исправить. Только прежде всего он поговорил со своей женой и смог убедить ее в том, что она должна уехать, и только так может находиться в безопасности с ребенком. Супруга сильно переживает за Ирфана и спрашивает, как он сможет найти эти деньги. Только для Ирфана на данный момент было важно, чтобы близкие люди для него находились в полной безопасности. Сулейман разрешает попросить деньги у людей для инвестиций, но Эгемин сомневается в том, что эта затея удастся. Сулейман верит в зависть людей и спрашивает у него, хочет ли он заработать больше денег легким путем. Когда Эгемин пришел к Илай, то она стала его прогонять. Он же сказал, что уйдет сразу, если Илай скажет ему, что не хранит приглашение на свадьбу. Эгемин не сомневается в том, что судьба их свела с Илай не просто так, и они смогут стать вместе по-настоящему счастливыми. Только сама Илай все так же продолжает думать об Ирфане. А что вы думаете, друзья? Не забываем ставить палец вверх, подписываться на канал и нажать на колокольчик, для того, чтобы первым смотреть наш выпуск. А также писать комментарии, ведь мы их всех читаем. До скорой встречи!